Давайте. Че, погружаем? Слушай, сердцебиение? Так, давление миски, потому что больного не раздеваем. В данный момент мы проводим учения, чтобы отработать элементы спасения пострадавших, которые находятся, ну, оказались оторванными от материка, то есть на каком-то острове в случае подтопления. Именно элементы эвакуации их, оказание первой помощи и передача в медучреждение. В основном такие ситуации, конечно, актуальны весной, во время весеннего паводка, когда и уровень воды поднимается, и могут быть люди оторваны от материка и снежными торосами, и ледовыми торосами. В целях проведения данного мероприятия задействована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, в состав которой входят спасательные формирования, региональные, республиканские, муниципальные, силы РСЧС, силы Главного управления МЧС по Республике Татарстан, Федеральная противопожарная служба. Развернут лагерь для приема пострадавших, лагерь жизнеобеспечения, с той целью, что можно в случае приема пострадавших можно будет провести их обогрев и организовать их питание. Но сегодня у нас один из элементов, который вот мы посмотрели, новый, это техника «Шарк», который вы посмотрели, да, который, значит, передвигается по воде, может передвигаться по воде и по суше. Ну, у него довольно хорошая проходимость по болотистой местности, по воде, хорошая проходимость. В зимний период это используем судно на воздушной подушке, а в летний период катера, лодки.